В Общественной палате Чувашии прошло расширенное заседание. На нем наградили общественных наблюдателей, которые приняли активное участие в выборах президента России в марте этого года. Главная задача, которая стоит перед организаторами на выборах любого уровня, провести его в рамках закона и без нарушений. 18 марта на избирательных участках республики работали и независимые наблюдатели. Во всех муниципалитетах республики был не только сформирован корпус наблюдателей, общественная палата также организовала для них обучающие семинары. Всего было подготовлено более 2000 человек. Наблюдатели следили за процедурой голосования, за подсчетом голосов избирателей и фиксировали нарушения. Оценку центра избиркома России. Поэтому, значит, считаем, что вот деятельность корпуса общественных наблюдателей, она способствовала этой работе. А сегодня мы вручили лучшие дипломы, отметили лучшие некоммерческие организации. Сам корпус общественных наблюдателей – это явление не разовое, а есть закон Российской Федерации, что это явление постоянное. И нам нужно, видимо, вот этот корпус, он, естественно, он не будет постоянно, он будет обновляться. И наша задача как можно больше вовлекать в эту деятельность гражданских активистов, то есть чтобы люди видели, значит, результаты своей работы, и чтобы у граждан, значит, Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, не было никаких сомнений в легитимности проводимых мероприятий.